Репортаж ведется с Mount Rainier. Это вулкан. Вулкан спящий. То есть этот вулкан сейчас не работающий. И вот на заднем плане сейчас находится этот вулкан. Вот, можно поздороваться. Hi. Да, это Илюша. Он говорит только по-японски, русский не знает, поэтому ничего сказать не может. Да. Я хочу сказать, что это очень красиво, что очень холодно, хотя сейчас август месяц. Мы находимся очень высоко в горах, я не знаю, какая это высота, но это очень высоко. И я сейчас покажу вид вокруг. И что я хочу сказать, жизнь прекрасна. Это мой первый выход после такого кризисной такой ситуации, когда я чуть... Они смеются, да, но я чуть жизни потеряла, когда вот еле-еле выбежала из дома, который горел, была в пожаре. Расскажи им, какая ты хорошая, как ты высоко забралась. Вот, у меня сгорело абсолютно все, сгорели абсолютно все вещи. Вот, мой компьютер, мой телефон, контактные, мои контакты все абсолютно. Вот, осталась я, осталась моя машина, и, собственно говоря, то, что есть в моей голове. Это меня абсолютно не пугает, я абсолютно на позитиве, правда, хочу сказать, ну, если немножко, немного повысился порог страха. Я думаю, что это пройдет со временем. Вот, так что жизнь прекрасна, жизнь продолжается, и я хочу сказать, что когда происходит такой момент, когда ты вот-вот можешь попрощаться с жизнью, а в твою голову приходят самые близкие люди. И вот в момент я поняла, кто для меня самый близкий, о ком я думала. И когда все это закончилось, я позвонила своим самым близким. И общаюсь сейчас с ними больше, больше и больше. Очень скучаю по своим близким. Конечно, по своим друзьям. Вот, ну, я на этом буду заканчивать разговоры о себе. В общем, у меня все хорошо. Несмотря на этот пожар, несмотря на то, что все-все абсолютно сгорело, и мой компьютер, и все мои фотографии, у меня нет вообще фотографий ни из России, ни из Америки, ни из Гавайев, ниоткуда абсолютно, все абсолютно загорело. Но я хочу сказать, что с какой-то с другой стороны чувствуется какое-то нереальное облегчение. Нет ничего лишнего. Я и моя жизнь. New life. Yes. А сейчас я покажу просто немного... того, что есть вокруг. Там вдалеке снег растаял, как два сердечка. Вот. Это мои друзья. Это небо, очень красивое небо. А так уходят облака, потрясающие облака. Так что я хочу сказать, что нет ничего дороже. Я хочу сказать, что нет ничего дороже вашей собственной жизни. И вы действительно, если что-то с вами происходит, вы можете оставить только то, что... То, что вы достигли в моральном плане, то, какой вы человек на самом деле, то, какими чувствами вы обладаете, и те чувства, которые вы имеете по отношению к другим людям. Все остальное — это земное, временное. Никогда не надо держаться за материальное. Вот. Никогда за материальное не надо держаться. Это не важно. Важна просто жизнь. Важна просто жизнь. Да. Но мне еще спускаться где-то 7 километров вниз, уже 7 вечера. Вот, я прощаюсь. И до новых встреч. Да, это был Mount Rainier. Это вулкан. Штат Вашингтон. Район Сиэтл. Америка. Вот. В следующий раз буду уже где-то в другом месте, так что... Потому что я жива. Bye.